от такой чудной природы попасть в Среднюю Азию, где пустыня, и когда ты ходишь по дороге, нога вот по колено проваливается в пыль. Эс чармаги Калбатони Назира Вачнадзе. Როგორც დღეს უწოდებენ მესხი რეპატრიანტი, დაბადებული ახალციხის მაზრის სოფელ აწურში 1926 წელს. 17 წლის იყო ნაზირა, როცა ოჯახთან ერთად დეპორტაციის დღეს უზბეკეთში გადაასახლეს. ბედისწყალობით ნაზირა თავის ოჯახთან ერთად 1954 წელს დაბრუნდა საქართველოში. იგი ბედნიერი იყო შინ დაბრუნებით, მაგრამ მას გულს უკლავს და არასვენებს მისი ათასობით თანამემამულის ბედი. Сандомиани Хниери Калбатони Пумпула Бараташвилия, რომელიც 1944 წლის 15 ноემბერს თავის ოჯახთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ერთად სოფელ უდედან ყაზახეთის სტეპებში გადაასახლეს. დეპორტაციიდან 60 წლის შემდეგ დღეს ის პირველად მიდის მის მშობლიურ სოფელში, რომელსაც ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ სიზმარში ხედავდა. ათწლეულების შემდეგ მას ყველაზე ლამაზი სიზმარი აუხდება. Атасрас Ормоздаот Хетлист, Хутвет Ноемберс, Хамид Самхрет Сакартулос, Хут Районши, Сапшта Хелису Плевам, Гана Хорцелам, Кацрат Гасай Думлевули, Грандиозули спецоперация. Месхетис Орасоти Сопели, Эрдрамеши Дацариел. Асоздахутиатаси Каци Олгуари Асна Ганмардевис Гареше, Шекаре Садюр Томатареблеб Штешуа Азиз Гзас Каухенес. Утром рано пришли, сказали, что давай собирайтесь, чтобы вас отвезем. Мы ничего не знали. Оттуда на машинах первые нас вывезли в самый отдаленный район, но нас первыми привезли, зато секретарь райкома Адыгенского района после нас, что он так хорошо организовал, без никакой проблемы мог выдворить этих людей, он получил за это золотую звезду. А нас вот сюда вот привезли, высыпали из суды беккеров американских и сидели и ждали, пока другие тоже подъезжали. Уже к вечеру нас считали и по счету сдавали конвою по спискам. Уже были написаны наши имя, фамилия и национальность турок в этих бумажках. Эти бумажки давали конвоям и нас сажали. И друг за другом, как заполнялись эти составы. Титкмис эртвиани мгзавробис дрос, атасовит адамиани дайгупас, сицивит, шимширит, ухайробит да антисанитари. Გამცილებელი ჯარისკაცები მადგომებს მატარებელიდან პირდაპირ გზაზე ყრიდნენ. მესხეთი ისტორიული საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთის ნაწილის, ძირითადად მდინარეების, მტკვრისა და ჭოროხის აუზში მდებარე ტერიტორიების კრებითი სახელია. მასზე მოქართსაც უწოდებენ. Феодалური მესხეთი მოიცავდა პროვინციებს: სამცხეს, ჯავახეთს, კოლა-არტაანს, შავშეთს, ერუშეთს, კლარჯეთს, აჭარას, იმერხევს, ტაოს, სპერს. მესხეთის მკვიდრ ქართველს ჰქვია მესხი, იგი ქართული ეთნოსის მთავარი წევრია. მესხეთის საზღვრები ბორჯომის ხეობიდან ერზრუმის მისადგომებამდე და ტაში-რაბოციდან შავ ზღვამდე იყო გადაჭიმული. იქ ოდითგანვე ქართველები ცხოვრობდნენ. Yeah.
Какие мы татары? Мы никогда не были татарами. И никогда мы турками не были. Наше происхождение – это грузинское. Падли Яревадзе, сва репатриантебтан эртат, 1986 წელს დასახლდა ხაშურის რაიონის სოფელ ცხრამუხაში. Მისი ოჯახი აქ ყაზახეთის ჩიმკენტის ოლქიდან ჩამოვიდა. 1989 წლის ზაფხულში მისი ნათესავები მცირეწლოვანი ბავშვების გადარჩენის მიზნით მათთან სოფელში ჩამოვიდნენ. Მალე მათ გადაწყვიტეს ოჯახის სხვა წევრებიც ჩამოეყვანათ და ეთხოვათ ცხრამუხაში დასახლებენ. Рамдениме დღის შემდეგ გამოჩნდა შეიარაღებული ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სიკვდილს გამოქცეულ ადამიანებს, ჩასვეს ავტობუსებში ბავშვებთან ერთად და საქართველოდან გააძევეს. Вот остался без копеек, да. И начал ящики делать. Ящики делаю. В таком возрасте никуда не пожалуешься, никуда не обратишься. Что такое мешхет? Мешхет – это местность, местность. Турки есть турки. Какой я турок? У меня вот этот нос похожий на турка, или лицо, или что? У меня есть дедушкина это, чоха, ремень. Это сделано в Грузии. И ни в какой другом, в Турции, нигде это не применяется, это память Грузии. Какого века, не могу сказать, но уже лет 300 этому ремню. Раз батон падлис да, мис бетшим коп танамема мулеевс ацухепт, арис усамартлобис ганцта. Ис შეურაცხყოფილია იმით, რომ არჯერად მათი ქართველობისა და მათ ხან თათრებს, ხან თურქებს უწოდებენ. Я это держу как память дедушки. И буду долго ее сохранять, как память грузинская и как память моего деда. Я чистокровный грузин. Никто мне не докажет, что я не грузин. Я грузин. Вот мои обычаи. Прошу, прошу народ, поймите, нам очень тяжело. Верните наш народ на свою родину. Прошу. Удескен мимавлеби, ახალციხეში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანს ვეწვიეთ. Ამ დღესა გამართა პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც სწორედ ახალციხეში დაბრუნებული მესთა ოჯახების, მათი ბავშვების, ასევე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ისახავს მიზნად. ახალციხის საზოგადოების წარმომადგენლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, იანეთიდან, ნასაკირალიდან, ნაროჯადან ჩამოსული მესხი რეპატრიანტები საუბრობდნენ, თუ რაოდენ მტკივნეული და სათუა მესხთა საკითხის გადაწყვეტა. Почему после возвращения так упорно стали нас называть татарами, а потом еще лучше выдумали новую национальность и стали нас называть турками, мисхетинцами? Ведь смешно даже, люди, такой национальности живет, не существует на свете. Я бы очень-очень хотела просить, не знаю, это будет наше новое правительство, новый президент будет, или наши историки, писатели, ученые будут. К этим людям обращаюсь с тем, что Гаарквион, магат тусес арарисцнели.
Гарквион, Дамткицон, виноват. Я не принадлежу ни татарам, ни азербайджанцам, ни узбекам, ни казахам, ни тем, кем они нас писали и называли. Я себя считаю чистейшей, стопроцентной, нет, тысячепроцентной грузинкой. Самоздатый целис Пумпула Бараташвили, ательцы сиху родесас атасхрас ормоздаут хцелс, оджахта нертат сопел удедан гадаасахлес. Самоцицели шемляк маздидихнис оцне баусулада, тресис месхечи, тависи соплис мосанахуле блад милис. Видис да шишидам галваре баипурус, и гим тлиенат сопел там шеходрис молодинита ахсавс. Как поеду? Может быть, что-нибудь такое сделать? Я ничего не хочу. Даже трогать я не могу. Я же сразу, как бы, уже увидела. Наши слезы много. Как трудно. Мне, я не знаю, кого там. Вот на улице, вот выйду, вот открою это окно, смотрю, вот собаки ходят, кошки ходят. И какой-нибудь скотина ходит, я говорю, смотри, у них родина есть, а у нас родины нету нигде. Еще Чилашвили и всякие у нас вообще это народ, почти все грузины, грузинские фамилия. А я свою фамилию Бараташвили никому не дам, никому не менять не буду. Я умоляю, чтобы пусть ваши президент слушает, что вот такие люди там где ты там живет, где не нужно. Чтобы их привести сюда, чтобы пускай их сердце тоже будет на место. Все люди хотят родине идти, все хотят. Эти люди, которые живут разбросанно по всему Союзу, как если какая-то мать родит ребенка и не захочет вырастить, и где-то подкидывает. Вот я считаю, что нас вот так вот подкинули. Причем усумеху тависмитат калжиком, а главде бодес месхитя, царила сопле биромарис, камхмари бахеби, эсхом митовебули на сопларебе, хом аквавебта амат хельш. Ратом арадгебем курадгебас, вис эхеба, ай, Гайгос, крик моей души, пусть услышат эти люди. И дайхмар нам сказал хаос, милгон рогор тависи швилеби, тависи сам шовлош. Эс Озургетис районе сопели Насакиралия. А та срасот хмода сам целс, а каури сабчута меорнеобис хемзонелобис моцовит, а кабардо балкаратидан Махмадияни Месхевис озашвиди комли чамосахлада дае пуцена.
Бунебит саоцлад шомис мокваре да, кетил ганцхобилма месхемма, мокле ханши акаури мацхоровлебис мдоба, пативис цема да сиқварули даимсахурис. Чен месхемта рогори уртиертоба? Залиан карги. Залиан чубиани да гай халхиария. Гири саматтан мегобру? Ки аучили. Амати на тесавицо давпадижот чамовиде рамохтеба. Мере ре давпадижо, мосто чамири. Чвен вердеветеви там казаназе, квала деветеви. Тбилиси были у Виктора Рыцхладзе. С Москвы вернулись туда, и он через Акакия Бакрадзе помог нам, чтобы здесь укорониться. Советский Союз, кроме гражданства, у нас отнял еще и землю. Но когда сегодня это новое наше свободное государство по той же конституции, как по правопреемник той конституции 21 года, если соблюдает, если хотят строить демократическое государство, вот на этой демократической основе, без каких-либо цензов и без каких-либо условий, должны иметь гражданство, мы имеем право гражданства требовать, потому что мы не бросили его. Мы не убежали. Мы доброго. Не убежали. Нас насильно сняли с места, сняли с гражданства насильно. Это не по нашему желанию было. Недавно был случай такой конференции, там на немецком языке человек выступает, он говорит «месхетинцы», а переводчик переводит «турки месхе». Не надо вот такие вещи. Не надо. Если человек сказал «месхетинец», пожалуйста, скажи «месхетинец». Если сказал «турок», так тогда скажи и «турок». Вот насчет вопроса переселения, вообще страха надо убрать. Народ сразу не хлынется. Нет. Они будут это идти по желанию потихоньку. Кто похочет, приедет, кто не похочет, не приедет. И сразу тоже не сможет они подниматься, люди. Сразу не сможет. Сразу вот уйма народа будут повалиться в Грузию. Нет. Он турок, узбек. Почему называют турком узбеком? Ради Бога. Ради Бога. Пусть немножко это образумывается наши это, оппоненты. Местные, если придут, вот так? Нет. Местные, если придут сюда, придут и Божья помощь. Бог помилует вас тоже, нас тоже. И Бог создадут нам все благополучие. Сейчас Грузия такой распух. Вернет Грузию местную обилие, все обилие будут. И продукты, и работы, и все. Весь мир на земле это существует. Земля. Без земли как можно? Сейчас почему наши Грузия бедствует? Потому что земля не работает здесь. Земля, земли, люди на земле должны работать. А основной народ живет на основании земледелия, на основании крестьянства. Крестьянам надо это помочь и техникой, и удобрением, и оружием, всем. Чтобы это люди работали, да, все кормили. Назира Вачнадзе, мравалиц лишендек, первелат чамовидам соблюр сопел ацгурш. Да тависи сахлис нафудзарс эдзебс. Учирс Назирас тависи сахлис повна, ромелис соплис мечетис мупидапирем харе сидга. Мечетики агарарис, даунгревис. Ис да, ис мечетиц даангриес. Ис ро даангриес, тамрико ругур шемешинга. Ру, ис ро да мойгванес диди танки. Камодес рагацеби, джаджуеби, рагацеби да
Жокатым обрунд, эскеделда, дайзаха, угоз, ауарда, бутхуири, гавикетси, шеварди сахси. Сади го эсамдени читеби, мопринден, чемакоштасан, ассак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 , ахра амиси шемешинда. Метку есени, руамбовену эклесия его, намдилат ангелозеби. Ангелозеби, ахра ами гультин, гарат гамовед исе шемешинда. Ходе, мере исаракуе, да ангри есу, мият ове сахар цугдият хул. Кребе зоги яхет газиде, зоги хит газиде, коги яц мокутоломице, исо винцимазе его не ракуя, танкебзе, исиниц дай хоцен, суколани дай хоцен. Магали ухвим дабали, лашкарм равали кмияни, мосанакле да моцкале, мочмули гангебияни, твит меомари уэбро, клав моубари цхвияни, артесе сацотнария, ра гаизарда гаисон, земискан сацунария, мепеман ухна вазирни, твит цислахи да цнария, горца да ихна дауцко, мат аму саубнария. Виси эксебили гватан, мот хоробебет, а? Мы перевам сиялер сидит товарс, вардис перед саман чамом това, мы мигалоб с роди мимо това, тохит араб азатинар товар. Каримар хвстак авилебс мацлис, авснонц отстакает ацепс миндра, тамик ваве кару нухан кацри, бад аравар му перевам минда. Мит харио рогор рогор вандо, сайду му ашар садам стоварс. Мы пахаем там то, марто, мы шинья подзади на товар. На сакиралис дацкавит сколаши дрес атобит месхи говона да бичи сцавлупс. Родесац масставлебели сия скитхулупс, каисмис звели месхури гуареби, ромелиц мат атасчир гамовлилма цинапрема, шоблемма шеунарчунес. Закала иремац, тан-тан-тан, тенго хозерван, экатунац. Леонадац, Мидиатунац, Лелаванац, Амилахас Леванац, Хиноатмелац, Халигоргац, Кирбаванац, Лелавашакнац, Никаиремац, Аминиремац, Кочагоргац, Темуригоргац, Айдин Бекиру, Бакарцацанец, Хатнацацанец, Мекавекац, Сопикавекац, Кабира Бекиру, Мадана Лазишвили, Фатима Лазишвили, Индиатунац, Фаси, Та, Хери Картвели, Мерцертат Гаученья, Роца, Эртман Карцучета Меорис Гадурченья, Снельбедобиша Смамуши, Роца, Душмани Иода, Дачрил Дачехи Лортавазн Духар, Цремлис Диода, Ахмед, Тириан Базеби, Ганаиска Сатвирия, Касприс, Цверичкило, Ахсендеба Татирия, Теди Старый Геба, Кихвардес цавла гумот кинеба, Жомада джапан удак зардеба, Удам гахсовдес ромшени цодна, Шенсаквек анас гаму адгеба, Ихавбеджи дидакондес мена, Дидиганзияс цавли шедзена, Маграма маскитхов калазе упро, Гулит кихвардес самшоблоена, Мертвношвилю гамот стилия, Тусадзирквели дангре улия, Машинкетзебис ашенебиштис, Овели шромада каргулия. 2004 წლის 15 ნოემბერს კავკასიური სახლისა და ჰაინრიხ ბიორის ფონდის ინიციატივით გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარდა სამხრეთ საქართველოსთან მესხთა დეპორტაციისადმი მიძღვნილი დიდი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციებმა, მესხთა გაერთიანებებმა, უცხოელმა სამართალ დამცველებმა და საზოგადოების პროგრესულმა წარმომადგენლებმა. Конференция закидывает хамцове дайсва, а целеулобис гамалобаши самшоблос моцкотили. Адамьянис фундаментур уплеба шелахули Махмадиян месхта репатриации сагитхи. Качда имеди, ром сакартулос реформатули хелис уплеба, сазугадуеба, олаперс игонебс, амцодо мадлияни сагитхис гада сачрелат.
Ди дебатави суплей.